мне поступило вот такое вот сообщение. Обзор на другой магазин. Мы решили сделать обратное. Будем проводить обзор секонд-хенда. С перевода означает «вторые руки». Следовательно, здесь вещи использованные, возможно, и не одним хозяином. Очень-очень-очень редко можно найти вещи с этикеткой. Здесь можно приобрести одежду, аксессуары, сундучки, корзинки, пижамки, постель, одеяло, детскую одежду, книжки, игрушки, сувениры. В этом магазине можно встретить то же самое в стиле винтажа. Мне понравился этот маленький винтажный кошелечек. Также мне понравился вот такой вот манекен. Правда, он немного грязненький, растрепанный, но красивый.